Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов осмотрел столичные спортивные комплексы. Их руководители рассказали о недочетах, которые допустили строители. А обнаружились они уже после приемки, когда начались тренировки. Глава республики поручил подрядчикам устранить недоделки. Во время всемирных студенческих игр площадки должны работать безукоризненно. И с точки зрения комфорта и безопасности. Услуги по продвижению бренда Казанской универсиады презентовала компания «Icon». Ее специалисты оформляли сооружения для многих крупных международных соревнований, в том числе нынешнего чемпионата Европы по футболу. Рустам Миниханов предложил обсудить детали сотрудничества с руководством дирекции универсиады.